Ребят, всем привет. Мы снова на Корюшке. Приехали после немеренного шторма, который был вчера. Сейчас погодка такая на спад, к обеду вообще должно распогодиться недалеко от города. Так что смотрите, ребят, я думаю, будет интересно. Ну вот рыбка начала поклевывать, рыбка мелкая. Глубина тут девятка. Выставились, обычно тут по темноте клюет, по темноте что-то не клевало. Рассвело и нет-нет, да началось. Тут есть шанс взять больше по хвостам, но надежда на мамок, конечно, минимальная. Ну куда деваться, такое место. Ладно, ловим. Ребят, ну уже неплохо, время 10:30, наверное, штук 20 взял. Причем размер тоже приятный, проскакивает пару таких, ну, полумамок, скажем так. Ну и среднячков достаточно. Поначалу мелкая начала клевать, разведчики. А сейчас нормальная рыбка стала. Так что ловим и получаем удовольствие. Конечно, с 9 метров ее таскать вообще со свистом вылетает. По сравнению с предыдущей глубин 17-23 метра. Так что, я думаю, сегодня улов будет как минимум трехзначный. Ну, это одна кучка с этой стороны. Вот она такая средненькая. Вот это такая полумамка, назовем. Вот она вся средненькая. И вот с той стороны у меня одна мамка лежит. Блин, ну огонь, огонь, ребят. Я думал, здесь такие вот будут поклевывать в основном. С не точки. Но нет, но нет. Не.
Ребят, время час. Совсем что-то клёв подобрубило. Второй раз уже переставлялся. Ветер крутит. Ладно, ждем. Я думаю, что-нибудь еще да произойдет. Мелочь. Сверху едешь, вот как мы ехали, как раз это по пути следования. Время 2, ребят. Погодка просто разыгралась. Фантастическая такая весенняя атмосфера. Рыбка, правда, клюет совсем слабовато. Ну ладно, будем пытаться добирать до первой несгораемой. Может, повезет. Поклевки, что я не знаю даже. Спинка.
такой вот улов. Пока 95 штук. Не знаю, получится до сотки доловить или нет. Так, тоже надо собираться. Нормально. Закругляемся, ребят. Такая вот интересная рыбалочка у нас сегодня получилась. В целом, опять неплохо. Давайте, друзья, до скорых встреч. Всем удачи и пока.